Утренний кофе с молоком и сахаром. Доброе утро и хорошего дня. У меня сегодня на завтрак будет рисовая кашка. Всем приятного аппетита и мне тоже приятного аппетита. Всем огромный привет. Добро пожаловать на канал, новый влог. Спасибо, что заходите, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии. Знаете, приятно, когда идет обратная связь. Тем более, я не знаю, кто там по ту сторону экрана. Вы-то меня знаете, видите. А я нет. И поэтому мне очень приятно, когда идет обратная связь. Вы пишете, я отвечаю. И я вижу, с кем я общаюсь. Кому я вещаю. Вот, поэтому. Это здорово. Пишите, жду ваши комментарии. А вам желаю всем отличного дня, хорошего настроения и приятного просмотра. Я уже приехала на работу. У меня есть буквально 4 минутки пообщаться с вами. Погодка у нас вообще никакая. В общем, дожди и холодно. Сегодня у нас было 5 градусов утром. Обещают 7. 8, ну не знаю, дует такой ветерочек холодный. Наверное, в горах выпал снег. У нас интересно, будет в этом году снег или нет, я не знаю. Хотелось бы, особенно в зимний период, когда хочется просто зимней сказки. Декабрь, январь. Хотелось бы снежок, покататься на санках. Больная тема. Сделать красивые фотографии. Поснимать видео. Да. Вот. Для меня это больная тема, да. Потому что нету красивой картинки зимой. А так хочется, чтобы проснулся, встал, и все белым-бело, красиво. На даче красиво, когда елки стоят и белый снег лежит. Пару раз было такое, у меня есть фотографии. Мы сразу, как выпал снег, бегом на дачу. Особенно, знаете, когда на реке лежит снег, вот на берегу. Красиво. Если я найду, я вставлю, покажу вам. Если найду. Потому что у меня их тысячи. Это нужно заморочиться, чтобы найти эти фотографии. Так, что еще вам рассказать интересного? Так все. Обычно, как всегда. Дом, работа, работа, дом. Закупка, готовка, дача. Сегодня не знаю, что буду готовить. Придумаю. Достала мясо. Разморозится. Как раз приеду с работы, но разморозится и буду готовить. Что буду готовить? Ну, покажу потом. Так хочется спать. Когда нет солнца, мне хочется спать. Но спасает витамин D. Пью его сейчас постоянно. И своим даю тоже пить. Потому что светает у нас поздно. Темнеет у нас рано. Зимний период. И хочется спать. Хочется укутаться в плед и не вылазить. Так, все, ладно. Побежала я на работу. Увидимся уже позже. Я дома, готовлю уже обед, включила сразу стиральную машину, чтобы время зря не терять. В общем, что буду готовить? Спросила, что вы хотите? Буду делать крылышки, замариновала. А к крылышкам буду делать макароны, картошку не хотят. А у меня будет гречка с грибами. Так, сейчас водичка закипит, а крылышки я буду готовить вот в этой вот духовочке. Макароны варим, а крылышки сейчас буду выкладывать на пергаментную бумажку. Так чище будет моя духовочка и не пригорит ничего. Тут уже оно все помариновалось, замариновалось. Вчера вечером делала печеные яблоки. Без них никуда. Это мой десерт.
Так, 20 минут и ребрышки, ой, ребрышки, крылышки будут готовы. Сколько? 180, нет, где он? 200 градусов. 20 минут. Все. Смотрите, какой у меня есть декабрист. Это я новенький купила цветочек. Уже посадила его. Тут он уже цветы потерял свои. Он расцвел. Красивый. Декабрист. У меня еще есть белый декабрист. Сейчас покажу. Он как раз начал выпускать свои цветки. Большой уже. Сколько ему лет? Я не знаю, сколько ему лет. Много. Красавец. Вот теперь у меня два декабриста. Вот здесь он у меня стоит. У него такие белые цветочки. Красивый. Зацвел весь. Здесь ему хорошо. Здесь он цветет. Такой вот большой стал. Ему, наверное, лет 10 точно. Если не больше. Ну-ка, фокусируйся, цветочек. Сейчас буду заваривать себе чай. Вот в такие вот фильтры для чая. Раньше они были белые-белые, белоснежные. А сейчас они какие-то коричневые. Такие вот у нас сейчас фильтры для чая стали. Экономят, наверное, не знаю. Чай у меня зеленый. Улун чай. Я его в термосочек заварю. 9 минут осталось. Посмотрим. Вау. Ой, сок прям аж бежит с них. Дальше. Я вот думаю, что я раньше ее не покупала, эту печку, духовку. Такая удобная. Комфортно, быстренько приготовилась, вкусненько. Ну, это если маленькое количество. Если большое количество, да, надо большую духовку заводить. А так очень удобно. И недорого стоит. Прям не нарадуюсь. Вот такой у меня пакетик с чаем. Термосок его. И все заливаем. Пусть настаивается, а я пойду кушать свою любимую гречку. Мне приятного аппетита и всем, кто кушает в этот момент, тоже приятного аппетита. Гречка с грибами. Ну все, 20 минут и крылышки. Ой, какие они красивые. Ой, как пахнут. Все, крылышки готовы. Так, это мальчикам. Как раз придут, будут горячие крылышки. Да. Сейчас были в магазине. Купила Ричи одеялко. Саша говорит, 9 евро. Я говорю, да. Мы тут еще по делам ходили. Вот Vodafone. Насчет мобильного интернета. Уладили. Вот. Сейчас поедем на дачу. Скажи всем привет. Добро пожаловать на канал. Вот так у нас на площади. Скоро здесь поставят елку. Уже должны привезти. Я надеюсь, в этом году украсят ее, потому что в том году просто ее поставили без игрушек, без гирлянд. Просто было так скучно. Зато у Ричи теперь будет такое вот тепленькое одеялко.
он у меня мерзнет. А так будет с одеялком. За 9 евро. Мы еще зайдем в норму. Посмотрим, может, там что есть интересненького. А, цветочки. Цветочки. Конфетки новогодние. Вот это хорошая щетка, Саш. Очень, очень хорошая. За 4 евро всего лишь. На, мне нужна. Ну, а ее нужно уже выкинуть. Там еще одна есть, желтая такая. Не, вот это лучше, там мягче. Да? Это тверже, да. Жестче. Так что возьмем. Видишь, не зря зашли. Подушки почем? Вот эти вот. Смотри, подушки. По 12 евро. Раньше были по 9. Сейчас по 12. Ой, а там что-то пружина какая-то. Так, ладно. Все красиво, все блестит. Плед. Это двухсторонний плед. Что-то цена не стоит. А, нет, вот 15 евро плед. Носки шерстяные за 5 евро. Сколько здесь? 3 пары. Тапочки за 7 евро. Тепленькие такие, смотри, какие. Зимненькие, тепленькие. А мы тебе купили за 6 евро, да? Угу. Такие. Ну. Видишь, одеяло. Сколько она стоит? 10 евро? Конкретно. Ну, 10 евро она стоит. С одной стороны закручена, с другой. А ну-ка попробуй, как она будет мести. Перфект. Зеленый вперед. Ну ладно, тогда возьмем за 10 евро. Саша, тут краска есть. Надо посмотреть, может, на дачу какую. Со скидкой, это походу еще с лета. Ну, это для пола, для камней, что ли, тут смотрю. Краска какая-то. Лак. Ну что, краску не надо? Да? Ну я не поняла, тут вообще-то камни нарисованы. Фарбы. Это для чего? Фюрбетон, пласты штайн. Ну вот я же для камней, вот для дорожки. Угу. Не, нам такой не надо, нам для дерева надо. Ладно. Покажи. Что мы купили, покажи. Метлу взяли. Саш, сюда машина. Машина здесь. Взяли метлу и вот такие вот. Тапочки бабвали купили. Полетим, отвезем такие вот зимние тапочки. Ну, она в них и летом будет ходить, потому что ножки у нее мерзнут. Вот, красивый, со снежинками, с такой вот подошвой. Практичный, удобный, мягкий. Классно. Приехали на дачу. Все уже облетело, все такое серое. Сейчас управимся, соберем яйца. Газон вечно зеленый.
хибискус уже все. На зиму готовится. Вот я как раз сейчас новая метелочка, я тут помету. Поподметаю мусор. Все хорошо, все красиво, елки, все. Но когда ветер, вот эта вся грязь, это все нужно. Вернее, мусор не грязь, а мусор от елок постоянно. Это все по капле летит. Семена или что это, цветы. Пока они все облетят. Это столько мусора. Елка. Что творится? Вот как раз сейчас я и проверю эту метлу, как она метет. Что, проверим? О, как хорошо метет. А где моя старая? А, вот. Вот у меня такая. Уже стала. Никакая, в общем. Стерлась. Куда по сравнению с этой? Хорошо стерлась. Сейчас будем новой метлой мести. Ну что, как она будет? Ну не штенка. Вот сверху смотри. Хорошо. Она такая стабильная. Не пластмассовая такая. Все прекрасно. Главное, чтобы ты зеленая наперед метит. Зеленая вот так вот сметать, а этой вот так сюда. Шикарно. Да? Нет, всегда то зеленое, что вперед. Что у меня камера, Андрей? Хорошо подметать, хорошо. Лайк. Хорошая щетка. Ну, теперь еще лет на 5 точит. Хорошо-то как. Тихо. Свежий воздух. Не хватает только пения птиц. Саша пошел за яйцами. Что тут нам наши девочки снесли? Открываем. Вау. 5 штук. Молодцы. Каждый день по 5 штук. Я пойду пока на речку схожу. Поснимаю. Посижу, посмотрю на водичку. Шапочке тепло. Она двойная. Внутри там у нее прокладка такая. Тепленькая. Хорошо, ветер не дует. Холодно сегодня. У нас все время здесь зелень. Виноградники уже все пустые. А виноград висит. Листва опала, а виноград висит. Потому что тоже не самое, ну как заброшенный, что ли он. Хотя здесь был тоже дедушка. А вот виноград висит, никто не убирает его, не обрабатывает. В общем, участок тоже зарос весь. Ну. Вот. Вот как-то так. Я думаю, что велосипед стоит? Там стоит вон мужчина. Рыбачит. Вон у него удочка. Интересно, рыба есть тут или нет? Дерево попилили, которое упало. Когда солнышко светит, красиво. Река как зеркало. Течение, кстати, сильное. Вот. Если видно по камере, сильное течение.
Серо. Зима. Такая вот у нас серая зима. А если бы был бы снег, было бы очень красиво. Все было бы в снегу. Горы такие, снега. И река. Было бы здорово. Но таких зим здесь нет. Редко, может быть, редко выпадет снег на пару дней, и все. И все. Ладненько. На вот такой вот красивой нотке, на такой красивой картинке я буду сегодня заканчивать свой влог. Еще раз вам всем спасибо. Кто заходит, смотрит, подписывается, мне очень приятно. Всем пока и увидимся уже с вами в следующем влоге. Пока-пока.